А тот, кто к нам просился, это Костя. После недели, как мы тут приехали, мы поняли, что тут есть Wi-Fi на первом этаже, и мы попросили, чтобы тут сесть и учиться. Самостоятельная работа там на уроке была. И потом это в Zoom фоткаешь и отправляешь учительнице. И она ставит оценку. Здравствуйте, я вернулся. Конечно, выход вот в онлайн-урок, это увидеть своих, увидеть учительниц, это очень важно для него, это ему так легче становится. Он видит, что есть еще дети вокруг, и что они то же самое переживают, вот так это им проще, конечно. Мы просто выбираем тот урок, который сейчас идет, и смотрим видео. Там собраны задания, и также нам рассказывают весь материал, который там должен быть. Пока мы столько смотрим. Через пару недель сказали, вроде бы как, возобновят такое обучение.